24 часа я бабушка при бабках. Бабушка, сколько мы не видели. Зинку вижу. А вы долго тут стоите? Как менты приедут. Документ ваш, будьте добры. Что это у вас такой автомат большой? Нифига себе, Ламборгини. Давай, старая, быстрее, уже не могу стоять. Ты что, хуй? Вашего внука Гордей зовут? Да. Бабуля Драйв выходит на охоту. Сегодня будет жесть. Прямо сейчас меня начнут красить. И ровно за 2 часа я превращусь в бабульку. А все потому, что мы снимаем 24 часа «Я бабушка при бабках». Сразу небольшой дисклеймер, ребят. Я в этом видео никого не хочу оскорбить. Все делается лишь в развлекательных целях. Такой вот дисклеймер, чтобы у вас ни у кого не горели пуканы. Но видео обещает быть очень и очень интересным, поэтому меньше слов. Прямо сейчас мы начинаем. Надеваем суперповязку. Погнали. А, давайте я вам представлю Катю. Это наш художник, который будет из меня делать бабушку. Катя. Я в восторге. Ребята, это латекс. С помощью него это один из компонентов, который позволит мне резко состариться. И он пахнет нашатырем. Он пахнет, как будто это нашатырь и какая-то падаль. В этом видео я проведу сложнейший эксперимент с моральной точки зрения и испытаю самые гнусные эмоции, а также брошу себя в самый большой страх – стать центром насмешек белой вороной и вызвать самые неоднозначные эмоции. Бабуля Драйв выходит на охоту. Что же ты за дрянь? Я еще не видел, как я выгляжу. Реально страшно. А сейчас мы выдвигаемся на подвиги. Пойдемте. Ой, отчечено, надеть я не вижу ничего. Давай, старая, быстрее, я уже не могу стоять. Че хуй? Как стало хорошо, а? Выезжаем, давайте, выезжаем. Я подобрала шарф к цвету машины, кстати. Что-то низко как-то. Давай! Заебись, поехали. Матушка, сколько мы не видели. Я дождалась, когда мне Дима Ламборгини подарит. Как сердце, сердце. Ну, иногда постукивают, волокар Дим спасает. Дед, ты знаешь, что наш помер? Матвей, вот и помер дед Максим. Он здоровенный был мужик. Он нах... Эргономичность и комфорт. Шикарный вид и прекрасный обзор. Отличное вложение. Киндеры. Собственная квартира – это не только уютное пространство, но и инвестиция. Сейчас вы можете получить классную квартиру по цене машины. При этом плюсов у покупки квартиры значительно больше. Она, вероятнее, вырастет в цене, прослужит гораздо дольше, чем машина, и ей не придется регулярно проводить ТО. А квартира от ГК «Митсы» вовсе восторг. А главное, можно найти именно ту квартиру, которая подходит вашим потребностям. ЖК «Цветочные поляны» доступны студии и квартиры площадью от 21 до 120 квадратных метров с продуманными планировками, где функционален каждый метр.
а также эксклюзивные форматы жилья. Ну что может быть лучше? Киндеры Цветочные Поляны Сити – это готовый жилой комплекс из 7 низкоэтажных монолитных домов в Новой Москве на границе Валуйского лесопарка. Жилые корпуса в европейском стиле образуют дворы, парки с прогулочными аллеями и игровыми площадками для детишек. Комплекс состоит из 3 очередей. Первая и вторая Цветочные Поляны Сити состоит из 20 корпусов переменной этажности, 7 из которых уже сданы и заселены. В третью очередь Цветочные Поляны Экопарк – жилой квартал комфорт-класса из 6 монолитных корпусов с многоуровневым благоустройством, которые будут сданы в скором будущем. Цены стартуют от 4,7 миллионов рублей. Сейчас мы находимся в двухэтажной квартире с отделкой в корпусе первой очереди. Это нестандартный формат квартиры. Здесь есть 3 комнаты, 2 ванных комнаты и гостевой санузел. С каждого этажа можно выйти на балкон, с которого открывается потрясающий вид на территорию ЖК. Рядом есть лесная зона, которая будет благоустроена под парковые зоны отдыха жителей комплекса. Какой простор! А еще представьте, на территории комплекса есть действующий детский сад на 200 мест. Идет строительство современной школы на 1200 мест. А раньше мы добирались до школы сквозь леса, болота и озера, а теперь можно просто выйти из дома и вуаля, совсем скоро ты в школе. Знаете, мне кажется, этот комплекс – мечта каждого, кто привык иметь все под рукой. На первых этажах домов расположены кафе, рестораны, аптеки, салоны красоты и супермаркеты. И ехать никуда не надо. Кстати, в рамках второй очереди в комплексе планируется строительство 3 многофункциональных центров, включающих современный медицинский центр, супермаркет и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и зоной wellness. Оглядываясь в прошлое, я поражаюсь, насколько упростился процесс покупки недвижимости. Ведь вдумайтесь, когда-то дождаться своей очереди казалось чем-то невообразимым и невозможным. Но это, слава богу, в прошлом. Теперь воплотить мечту о собственной жилплощади куда легче, чем купить авто, особенно с ГК МИД. Стало не только больше вариантов планировки, отделки и местоположения, но и улучшилось качество новостроек. А самое главное, что квартира – это вложение, которое прослужит вам долгие годы и будет расти в цене. С покупкой машины возникают лишь новые траты – заправка, мойка, прохождение ТО и многое другое, связанное с ее обслуживанием. А недвижимость – это стабильность и ресурс, которым можно распоряжаться на свое усмотрение. Например, жить самому или сдавать в аренду. Алло, Дим, собирай вещи. Мы переезжаем. Вход для всех пишут. Для бабушек тоже вход. Мы приехали в магазин, чтобы закупиться и посмотреть, кто поможет бабушке донести продукты до ее машины. Какую цель я преследовала, поехав в гипермаркет? В первую очередь мне нужно было максимально слиться со своим персонажем. А места большого скопления людей – это идеальный плейс для этого. Во-вторых, там я должна была почувствовать, насколько пожилым людям сложно выполнять какие-то действия, которые для нас, молодых, на первый взгляд кажутся, ну, элементарными. Ну и в-третьих, это пересилить себя и попросить помощи. О, Зинку вижу. 200 рублей. 200? Где это видно? Один раз живем. Мне мама в детстве не разрешала это брать, а я сейчас возьму. Это конфетка? Это у тебя корзина такая? Упала. Это сладкая, да? Сладкая. Но ты кушай, только зубки не забудь чистить, чтобы потом кариеса не было. Это посмотри на мои зубы. И много ела сладкого я. Всего хорошего! Молодой человек, не поможете мне до машины донести пакет? Этот пакет? Да, да, да. Сколько тебе лет, милок? О, молодой еще, вся жизнь впереди. На кого учишься? Я не учусь. Не учишься? А что ты делаешь? Работа. Спецназ. Внешняя разведка. Кого разведывай? Террорист. Можешь открыть, пожалуйста. Да я знаю, Вань. Я знаю, Вань. Давай. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пока.
Когда я услышала звук полицейской сирены, я поняла, что все серьезно. И у нас могут быть проблемы. Ох, ничего себе, какой выходит статный мужчина в бронежилете. Документ ваш, будьте добры. Что это у вас такой автомат большой? Да. Вот, права мои. Все на месте. Хорошо сохранились. Спасибо. Это еще я в 60-м году делала фотку. А, просто. Ну нормально. Ну да, но надо обновлять, наверное. Чуть-чуть нам придется до ГАИ доехать, обновить водительское. Ну, похоже, да, я похожа тут? Похоже, ну, если прищуриться, похоже. Хорошо, вы просто подальше отойдите, я буду похожа. Хорошего дня. Всего доброго, до свидания. До свидания. Ну, какие хорошие мужчины. Как нам повезло, что сотрудники оказались добрыми, понимающими, ну и поняли, что к чему. А самое интересное, что потом мы их встретили в одном небезызвестном месте быстрого питания, и оказалось вот что. И как это связано с Гордеевым? Ладно, я пойду. Да. Это я. Значит, меня хорошо загримировали. Не, глаза подают. Будь честно, честно, я уже... Следующая цель была проверить правдоподобность моего образа, поэтому я на скорую руку сочинила историю про деда Максима и тетку Зину и поехала себе в дворике спального района. Там на скамейке сидит моя родная тетя Зина. Хочу узнать, у нее жив ли дед Максим. Поэтому сейчас как остановимся, как выйдем, так и спросим. Я хотела любезно предложить прокатить бабулю, но она оказалась очень не очень сговорчивой. А почему? А потому? Я снимаю, нахуй! Вот это прикол! Подъезд номер 2. А вы сочиняете? Подъезд второй. Второй? Да. А первый где? Туда. Первый. Просто помню, что в первом жил дед Максим, и я к нему приехала вот показать машину. Внук подарил. Дед Максим еще живой? Не знаю. Не знаете? А как вас зовут? А зачем? Ну, поздороваться хочу. Меня Галина зовут. А как вам машина? Ну, она выглядит... Ну, мне ее подарил внук, и я, извините, вот спрашиваю, не знаю, подарил, она неудобная какая. Внук будет вас возить. Ну, вот он пока не возит, поэтому мне приходится самой. Ладно, хорошего дня вам. Ты кого хочешь наебать? Ты думаешь, мы долго ебать? Спасибо большое. Вот внук подарил, и я не знаю, что с ней делать теперь. Какая-то она тарахтит, она как будто сломанная, понимаете? Фоткай, фоткай, милок, фоткай. Вы со школы, что ли, вернулись? Какой класс? Хотели бы такую машину себе? Это ваша машина? Да, вот внук подарил. Но что-то неудобно. Ты знаешь, что это за машина? А мне он говорил, что москвич. Не москвич, нет? Ну ладно, я ему скажу, что это. Он наврал мне, получается. Все, всего хорошего. Вашего внука, Гордей зовут, да? Да. Правда? Ну вот. Он просто мой друг, очень обожает его. Я ему привет передам. Хорошо. Пока. Здравствуйте. Вот внук машину подарил. Владимир Кадраев, да? Нет. Какая я Владимир Кадраев? Я бабуля на драйве. Ну, с Алиэкспресс, да? Ну, с Алиэкспресс, но вообще-то я из России. Вот. Но машина неудобная, я скажу вам. Не покупайте своим бабушкам такие машины. Она низкая, не вместительная, картошку некуда положить. Вот. Так что хорошего вам дня. Спасибо. Вот. Больше зеленых светофоров. Представляете? К своим 90 наконец накопила. Да, молодец. Навстречу скорости. Что это может быть? Вау! Что это сейчас было? Мне кажется, это дело в смартфоне. То
точно, это же Note 30 VIP гоночное издание. Как я сразу не поняла. Киндеры, в моих руках Note 30 VIP гоночное издание. Это истинное воплощение духа уличных гонок. Специальная версия Note 30 VIP создавалась для того, чтобы максимально точно передать ощущение скорости и драйва, которые испытывают гонщики, сидя за рулем своих суперкаров. Для достижения этого эффекта дизайнерские команды Infinix и центра Design Works, входящие в группу компаний BMW, не только использовали элементы декора, связанные с гонками, но и применили инновационный специальный материал из кожи, способный пропускать свет. При этом гоночная версия Note 30 VIP сохранила все технологические инновации, которые позволили оригинальной версии этого смартфона завоевать любовь и признание у пользователей в России. Это мощный процессор Dimensity 8050, способный моментально разогнать ваш смартфон, расширение до 21 ГБ оперативной памяти, 68 Вт быстрая зарядка, плюс 50 Вт беспроводная зарядка, а также обходная зарядка, обратная беспроводная зарядка и многое другое. Чтобы узнать подробнее о характеристиках, переходите по ссылке в описании. Старт продаж совсем скоро, 29 сентября, так что не забудьте отметить себе этот день в календаре. Приобретайте гоночную версию Note 30 VIP и становитесь профессиональными гонщиками. Деда Максима. Представляете? Очень красиво играете вы. А можете что-то сыграть вот для меня? В Ополе березка там стояла. Специально для вас? Ну, это было очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо, что порадовали меня на последних днях моей жизни. Хорошего вечера. Когда я была в старшей школе и ходила на подготовительные курсы к университету, я часто выходила на станции метро «Славянский бульвар» и видела бабушек, которые подолгу стояли на одном месте, продавая свои продукты или цветы с огорода. Эти воспоминания вдохновили меня на следующий поступок. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас тут лежит? Это у нас лежит перец маринованный и чесночок. Очень вкусно, бабушка. Сами себе спасибо скажете. В магазине вы такой не купите. Ну, я такого в Пятерочке не видела, нет. Да, а у Пятерочки там одна химия. Ну, это правда, да. Да, да. Возьмите, сами себе спасибо скажете, бабушка. Ну, давайте, хорошо. А вы, я тут вас раньше не видела. Я тут часто хожу, ну, вы здесь постоянно стоите? Я просто раз в месяц приезжаю сюда, я на даче больше не хожу. А живу в другом доме. Ну, давайте мне вот баночку тогда и чесночок тоже. Так, и сколько вам чесночка? Я думаю, штучки три можно, да. А у вас тут что это такое? А там цветочки комнатные. Цветочки. Калина вот здесь. Калина, ягодки, калина. Это хорошо. Она ваша, да? Это с вашего? Все, да, чистенькая все. Ой, ну она такая вкусная по виду. Да. У меня внук такую любит. Я ее когда засахарю, она прям такая вкусная. Давайте ее тоже тогда, чтобы она тоже была. И черноводка еще есть. Черная рыбина. А это все с вашего сада? Да, это да, все да, без ГМО вот этих вот, которые сейчас? Да, все с сада. Ой, ну водка на давление. Я ей пользуюсь от давления. У меня так скачет в последнее время просто невероятно. Вот будете варить компотик и пить. Давайте ее тоже тогда. 350. Хорошо. А вот это сколько? 500. Лукошка по 500, да? За две. За две? Да. А вы долго тут стоите? Как менты приедут. А, серьезно, они вас гоняют? Да, они шумовы. Но сюда вот приезжают. Но почему? Зачем гонять? Вы же занимаетесь хорошим делом. Я зачем? Я говорю, что вот те обогоняли, которые купи-продай, правда? Да, рынке, которые мошенники вот эти вот. Да. А вы благим делом занимаетесь. Свое.
Все свое. Молодцы. Давайте, вот у меня вот это есть, возьмите. Нет, с этой я не дам сдачи. Мне сдачи не нужно. Миленькая, это 5000, детка. Ну я понимаю, но мне не нужно сдачи. Вот у меня вот это есть, возьмите. Возьмите. Все хорошо, возьмите. Ну так меня... нельзя, миленькая. Нет, нет, нет. У меня нету меньше, не надо. Вот я... Мне внук дает иногда деньги, я могу вот себе иногда позволить такое. А вам надо все, это... забирайте, забирайте все. Не надо мне все. Ну давай сумку поставлю, чтобы... Заберу, если вы скажете, что вы после этого уедете домой отдыхать. Потому что у вас, ну, как-никак, ну, все-таки это, надо отдыхать. А еще, если вы знали мои болячки... А вообще... что такое у вас? Что у меня? У меня вены. Вот стою, а ноги трусят. Ну что? Варикоз. Да. Ой, такая же. Здравствуйте. Чего это? Нет, продала. Надо было раньше приходить. Вы, наверное, брали вкусные очень. Ну, теперь не а знаю, когда приеду. У вас еще яблоки, да, продаете? Ой, какие вкусные. Надо мне было к вам пораньше прийти. А ну вы вот. Можете телефон дать, я буду приезжать, позвоню. Давай так. Ну, давайте, да. Можете записать мой номер сейчас, телефона. Я телефон а я пока открою. Я не нужна никакой. Сможете положить сюда? Да, да, клади туда, в сумку. Ладно, я не слышу. Ты же чем молодая. Так, 8. Звать как? Галина. Галина. Нет, ну мне прямо страшно брать эти денежки. Нет, нет, берите. Вы долго стояли, вам нужно отдыхать. Варикоз сам себя не вылечит, нужно отдыхать. Положите тогда, еще, да? Друг, сейчас зачем? Так, это все будет храниться? Угу. Ой. Нет, 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 нет. А как вас звать? Я забыла. Меня Елена Григорьевна. Елена Григорьевна. Так, все, чесночок после... холодильника, чтобы он не пророс. В общем, внизу в холодильнике в этом ящике. Все, буду как зеница оку хранить и скушаю. Да, и, вот... и салфеточку на память. Ой, спасибо. Давай, я сейчас пакет. Вот, тут вазочку, куда понравится. Получится. Сами что ли делать? Это дочка у меня такая рукодельница. Красота, красота. А вот так ее некуда положить? Ой, это целая скатерть. Да не скатерть. Это целая там... скатерть. Но если куда есть положить, то я отдам. Я думаю, я ее положу на видное место, хорошо. Чтобы она окрасила взгляд. Все, 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 все. Все. Спасибо, деточка, тысячу раз. Храню вас. Будем всех в путях. Все, езжайте домой спасибо, отдыхать. Спасибо, спасибо. Храни вас Господь. Храни вас Бог. Все, я позвоню. С чем хорошим буду приезжать, я обязательно позвоню. Хорошо. Вы далеко живете здесь? Я живу вот тут, вот всех вот кружок. Да, тоже, да? Да. Все, до свидания, хорошей дороги вам. Я приехала в место, заведомо зная, что там я буду в центре внимания. Но чтобы настолько... Бабулечка приехала в самый дорогой квартал Москвы, чтобы хорошо покушать, потому что дней на всякие удовольствия остается у меня все меньше и меньше, и мне хочется жить их в свое удовольствие. Я приехала в самый дорогой квартал и пойду в самый дорогой ресторан, который есть вообще в Москве. И посмотрим, как меня там примут. С лаврами или, может быть, с вениками. Проходите. Я за вами. Здравствуйте. Здравствуйте, бабушка. Честно, я была уверена, что меня не пустят. Управлялись с такими аппаратами? Случалось. Шикарно. Не так часто, к сожалению. Я вам доверяю. Так что спасибо. Здравствуйте. Все проводим. Все-таки Патриаршие пруды славятся своей дороговизной, и многие рестораны требуют дресс-код и определенного статуса. Но, видимо, ламба взяла свое. Стейк и компот. Что полагается бабке? Подскажите, а у вас можно как-то соленья тут разложить, что ли? В принципе, наверное, да. Единственное, что, если позволите, я приглашу нашего шеф-повара, и вы сможете с ним обсудить непосредственно тет-а-тет. Ну, вы можете.
можете пригласить его. Мы будем очень рады с ним познакомиться. У вас еще будет, чтобы я как бы... Я хотела вот еще с ним как раз по поводу стейка. Стейк. Прекрасно. Сейчас я конечно тебе отвечу. Угу. Могу я что-нибудь положить из напитков? Давайте компот какой-нибудь. Или успокоительный чай, наверное, для бабушки самое то. Давайте с мятой. Вот то, что нужно прям. Я такое пью по утрам как раз. Спасибо. На самом деле, ребят, я знаю здешнего шеф-повара. Это очень крутой чувак. И с ним было бы очень классно поговорить. Вот. Не знаю, узнает он ли меня в таком обличии. Наверное, не узнает. Но есть шанс, что он приготовит нам самое вкусное блюдо, которое есть вообще в этом ресторане. Добрый шеф-повар. Добрый день, добрый день. Димонис. Здравствуйте. Гости желают маринованный перчик у нее с собой. Можем ли мы это им подсказать? Но вы будете кушать здесь, да? Еще мы хотим подобрать мясо, чтобы оно настолько было мягким, таяло во рту, чтобы моя вставная челюсть, она не почувствовала его даже. Это на стол мясо или индивидуальное? Индивидуально, вот лично для меня. У нас есть очень вкусная козленка тушеная. Арбишоком, очень вкусный. Угу. И есть еще какие-то вереска из мармурной говядины, тоже мяка на гриль, да, вообще, да. Но это надо обязательно медиум кушать, не сильно пожарный, да? Рэр. Ну, медиум, рэр. Закуски будете? Ну вот перчики, только они у меня в машине остались. Все, это шикарно. Да, вы просто вот восхитительно. Давайте я вам возьму вашу руку. А вы откуда? Из Италии. А вы откуда? О, у меня машина из Италии. Какой? Ламборгини. Нифига себе, Ламборгини. Уважуха. Уважуха. Феррари – это самая лучшая машина, да, итальянская. Феррари или Ламборгини? Вы за что? Оба хорошие, оба хорошие. Потому что оба из Италии, если да? Если вам не нравится, подарите меня, да. Очень хорошо. Приятного, спасибо. Какой милый мужчина из Италии. Аж захотелось его прокатить. Сколько тут стоит самый дорогой стейк? 5900. Ёшки-матрёшки, это же как половина моей пенсии. Аж палка упала от шока. Но я надеюсь, что за эти деньги нам подадут самую лучшую корову, которая паслась на Олимпийских. Паслась на Олимпе и ела только золотую траву. Этот ресторан послужил для меня оплотом спокойствия, так как моя нервная система и тело уже не вывозили. Там я посидела, а стейк удачно залетел на фит. Ох, ваш стейк говядина. Какая красота. Немножко салатика наша. Чуть-чуть батончика. Перец. Какой перец? Твоё перец не привезли. Как же, машину не нашли, что ли? Она ещё не доехала. Ламборгини вокруг только одна, ребята. Если не найдёте Ламборгини, это уже как надо... Она с этой стороны заезжает, да? А, там пробка до Рима прям. Это да. Buon appetito. Grazie, grazie ragazzi. Пробуем. Оно очень мягкое. Я думаю, что моя вставная челюсть будет еще рада, чем мои вкусовые рецепторы. Давайте серединку разрежем. Которые я купила у бабушек. Переходим. Попробуем? Офигенная. Вообще. У меня даже глаза прояснились. Очень вкусные. Бабуля, бабушка, здравствуйте. Вот я вот ваш соратник. Спасибо. Что вот, держите вам. Спасибо. На здоровье, чтобы у вас долгих лет жизни. Спасибо большое. Спасибо. Доброго вечерочка вам. Да ничего страшного, это вам вот от всего сердца, вот Бог дал. Мне такое много. Пожалуйста. Раньше дети цыган ходили, а сейчас бабушка, я удивлена.
бабушек здесь никогда не было. То есть я здесь иногда бываю, и сейчас впервые я увидела, чтобы бабушка просила деньги здесь. На самом деле, ребят, хочу сказать, что Патрики – это максимально контрастное место, с контрастной публикой, очень разношерстный. И вот недаром отсюда Булгаков начал «Мастер и Маргарита», потому что здесь такое мракобесие было тогда, и сейчас вот сквозь года оно идет, и никуда растворяться не собирается. Все, пойдем, мы лок! Чао, телекамера! Дорогие мои внучки, вот и подошло к концу наше большое путешествие. 24 часа я была в образе этой прекрасной женщины, Галины. Конечно, это было очень нервотрепательно. Могу сказать, что точно мне эта малышка понравилась, как моя спутница на последних годах жизни. Ставьте пальцы вверх этому видео. Пишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо, что смотрели это видео. Ладно, я вас не целую, я вас поглаживаю. Пейте компотик, берегите себя. Укрывайтесь пледиком, впереди зима.